Мне не нужно ни игрушек, ни цветных карандашей, потому что у кормушки поселился воробей. Кто послушался получше этот хитрый озорник, я решил на всякий случай дичи выучить язык. Бутербродов искрошил в кормушку я. Очень трудная работа, дрессировка воробья, но зато в районе нашем удивляется народ. Воробей присяд купляж, пьет ладоши и пьет.